Сегодня у нас челлендж, котята управляют нашей жизнью. Мы начинаем. Прогулки с Гучей. Во дворе. Да. Или в буши-парк. Котята выйдут. Куда мы пойдем? Да. Хотим на прогулочку. Но мы не будем выбирать вот этого, который спит сейчас. Так. Давай, котенок, иди. Сюда. Что ты выбираешь, а? И, конечно, нет. Котенок выбрал гулять на двор. Но все равно мы уже будем играть. Гучпик. Есть. Гуча наша супер-супер тяжелая. Гуч-гуч. Холостая девочка. Гуч! Возьми его! Гуч, она же бешеная собака. Максим, я вижу, что Гуч вот этот мячик продырявила. Смотрите на это. Дырка насквозь. Максим, посмотри на это. Макс, а хочешь покачаться с Гучей на... котельки. Давай. Смотри, надо ее догнать. Гуч! Гуча! Давай! Я Вата! Качайся на качель! Давай, сами на качель. Гуча! Мой ребенок маленький. Гуч-гуч! Она за другим мячиком пришла. Собаку погуляли. Ага. Теперь пора бы позавтракать. Ага. Идем. Подожди, у меня шляпа. Собака. Иди с нами. Моя шляпа. Красавчика. Все, погуляли. О, привет. Смузи будете? Ну, вообще, котят у нас выбирают. Ага. Так спросите у котят, а я пока буду делать. Окей, Кать, пошли убирать. Да. Котик, привет. У нас есть молочко. Это означает, что это смузи. А вот это означает, что мы будем кушать хлопья. Оно такое бежевое, необычное. Эй, котик. Люна. Луночка. Луна. Я вам немного помогу. А ну, котята, на старт. Что мы будем кушать сегодня? Смузи или сухой завтрак? Я тронула носиком. Все, значит, вы кушаете сегодня сухой завтрак. А смузи будем пить мы с мамой. Ага. Зачем ты выбрал хлопья? Не любая, Люну. Давай, идем кушать. Давай. Как можно было променять такой шикарный смузи на какие-то непонятные хлопья? Ты котят? Не понимают они ничего в еде. Наконец-то завтрак. Да. Покушать можно. Все, достаток и мне, и мне. Да, не повезло вам. Кушайте непонятную какую-то штуку. Вот вкусняшка настоящая. Обалденно. У нас тоже вкусно. У меня лучше. Там тоже вкусно. Мама ругается на детей своих. Чего вы шкодничаете? И кушаете мою еду. Что у нас там дальше? Котята выбирают? На батута. Надувательный и обычный, который у нас. Ну, давай сначала покушаем. Я хочу играть в мяч от лавы, так что я хочу на наш настоящий. Ага. Еще делать сальто. А я буду пить смузи и телек смотреть. Теперь мы поели. Да. А теперь у нас есть время поиграть. Да, на батута. Будет надувной батут или обычный? Котята будет выбирать. У нас есть два батута. Вот такой мягкий шарик
будет надувной батут, а вот этот шарик будет обычный батут, потому что он совсем не мягкий. Котя, выбирай. Ну, где наша приманка? О, всё. Давайте я вам помогу с котенком, а вы подзывайте. Вот, смотри. Выбирай, какой шарик ты выбираешь? А, никакой. А Иви выбери. А ну, Иви, давай, выбирай. Они не понимают, что происходит. Давай я вам разбудил еще одного. О, вот это самый прикольный. Серенький самый классный. Давай, я его только разбудил. Соня, иди сюда. Соня. Даже если это мальчик, мы его называем Соня. Хороший мальчик. О, класс! Люна, давай! Может, она на паука посмотрела? Точно, на паука. Давай сюда, булочка. Булочка! Да ну, Люна! Еще одну принести? Да. Давай. У нас тут будет зоопарк котят. О, Люна, давай. О, летает котенок. Вам нужен еще один котенок? Принимайте участника. Это пухлик. Давай мы еще раз эту возьмем. Иди к нам, Луна. И на старт. Внимание. Поехали. Давай, сюда, в ту сторону. Поможет вот этого. Соник, давай. Давай, Соник. Ты быстрый или сонный? Ура! Соник разбудился. О! Нет. Идет на надувной, да? Не, назад тут он хочет. Так, где наши котяшки? А, вот ты где. Оп. И... Давай, Юля. Мне Луночка. Луна. Котя. Опять тут домой. Может, все-таки в доме надо? Давай. Попробуем. Готовы? Да. Давай, котяшка. Катюшечка? О, Люна, давай. Она, похоже, выбрала мое. Да, Люня? Он боится. Может, вот этого котеночка? Опять боится, что ли? Сейчас. Давай. Он тронулся там. Мы идем на обычный батутик. Опа. А вы посмотрите, что Стив вам сегодня поставил. Каждый день новая какая-то игрушка, украшение. Смотрите, сегодня сидит дракон у нас. Там первый раз была кошечка, потом лягушка какая-то, потом какая-то белочка, потом крыска какая-то. Крот. Не крыска, а крот. А сегодня вот такой вот дракон. Значит, это лава? Да. Да. У нас только 3 жизни. Ой, 3-2. И вот так, 2-2. Ох, 2-1. Все, я проиграл. Давай кукареку иной. Окей, кукареку. Погромче. Борщик готов. Товарищи, кто будет обедать? Пора бы перекусить. Да. Но котята должны выбрать, мы готовим или все-таки будем кушать, чтобы папа приготовил. Борщ или то, что мы захотим и приготовим сами? Давай выбирать. Да. Папа нам поможет в этом? Да, я помогу. Мы поможем. Ведерко от попкорна, это то, что приготовил папа. Да. Ведерко для песка, это то, что мы. Котяшки, готовы? Давай мячики для приманки. На старт, внимание, марш. Зашли. В папину коробку, да? Да, первый был папина коробка. Есть, вы кушаете борщ. Правильно. Смузи пропустили сегодня, хоть борща нормального покушать. Ей, я люблю борщ. Спасибо, котеночек, я тебя обожаю. Пузатик. А на десерт можете взять то, что вы приготовили. Да.
Мы сегодня кушаем борщ. Ну что, пошли уже кушать. Идем. Точно. Приятного вам аппетита. Спасибо. Берите сметанку, хлебушек, сало. Я побольше сметанки возьму. Дай. Побольше. И мне давайте. А знаете, зачем сметану дают к борщу? Зачем? Ну что, борщ горячий, сметана холодная, он быстрее так остывает. Ага, я это знаю. Ну и вкуснее. А теперь лайфхак. Берешь хлебушек, ставишь салко на хлебушек. И чеснок берешь. И приятного аппетита. Спасибо. А что, вкусно? Обалденно. Горячо. Борщик, обалденно. Я уже наелся. Я тоже. А десерт? Десерт уже сами себе готовьте. Я хочу посмотреть в морозилке, что у нас там. Ну, я хотела мочи, но они слишком маленькие. Давай половинку вот этого и одну маршмеллоу. Давай. Окей, и выш. Оп, спасибо. И... хоп. Такое мягкое. А мне? Ну, вы кусяры себе набрали. А что у вас есть вкусного? Маршмеллоу. Маршмеллоу? А я хотел этого попробовать. Давай. Мм, кто щедрее всех на свете? Это, конечно, мои дети. О, отлично. Пора идти валяться на диване. Окей. Котята выберут. Все котята выбирают. Иди давай, валяйся. Включайте, что-то нам интересное. По закону Архимеда, после обеда полагается поваляться. И доесть мою ириску. Играем в такую игру. Майнкрафт. Уже давно все в нее играют, а мы только начали. И мы покажем, что тут мы умеем. Что-то скучно. Давай поиграем. Давай. Эй, стоп играть. Давай, может, вы уже сядете почитаете? Все котята решат. Давай. Ах вы жулики. И вы, котята, жулики, выберите им книжку какую-то. «Война и мир» им выберите. Один из них тут. А все остальные нам шторы рвут? Вот они, на зарядке. Вон. На зарядке? Да, сиську сосут. А вот этот самый правильный, потому что он остался дома. Давай будет книжка для читания и пульт. Пульт для Nintendo? О, да. Яблоко! Да, что же они выберут? Мне кажется, что котята выберут вот это. Чтоб я поиграла. Роблокс русалок. На старт, внимание. Выбирайте. Выбери им книжку «Войну и мир». Хочешь? Я пойду еще жуликов найду, а то этот жулик не хочет в памяти. Сонный. Да, он только что проснулся. Он Соник. Соник, самый быстрый Соник в мире. Опять в кровать. Советую вам порыбачить котятами. Это называется мяу-балка. Рыбалка, мяу-балка. Вот я поймал одного. Вот это удочка для котят. А ну, давай. Ты пойдешь туда? В шариках. О, давай. Выберем книжку, давай. Книжку. Давай. Выбери книжку. Хочу в Роблокс играть, котеночек. Котенок. Домой идешь? Котик, смотри, хоп-хоп, кнопочки. Правда, прикольно, котенок? В гонку вступает еще один участник гонки. О, Люна! Давай, Люна, выбери книжку им. Давай. Нет. Боже, села себе. И еще один участник гонки. Соник, давай. Вот сюда. Котик. Серого, он самый лучший. Сейчас найду, они же прячутся, они жулики. Он самый быстрый, все остальные соники. Котики прикольные, да? Котенок, смотрите, котятки. Вот это такие классные кнопочки, вертушечки. Yes! Так нечестно, я бы вам внес еще одного читателя, но вы уже выбрали играть в игры. А там разве в Роблокс играют на этой машинке? Ну можно мы в Роблокс поиграем? А книжку вы котятам оставили, чтобы они читали? Да. Котята, идите читайте, а мы идем играть. Он играет в серики. Да. Все, я буду, значит, вместо вас играть на гонках. Полетели. Я летел, ты видела?
летела? Летела. Гучи, ты тоже летела. Ты видела? Ускорители, ускорители, ускорители. Тебе. А ты чего не играешь? Ну, просто чуть-чуть хотела посмотреть на Максима. Теперь я буду. А что ты играешь? Госсимулятор. Роблокс. Моя любимая игра. Это тоже моя любимая игра, если что. Все, моя очередь. А чего не в своей комнате играешь? Потому что у меня только 2%. Это макросалки. Давай я буду... Никси. Ого, какая? Это Лео. А кто такой Лео? Он охотник за привидениями. Я себе поменяла игру. Это Shark Bites. Все еще в Роблоксе. И может быть я буду шарком. Я буду акулой. Yes, я первый! Yes, я первый! Игра это хорошо, но нужно чем-то активным позаниматься. Идем. Так, ну что, дети, чем вы заняты? Играю в Shark Bites. А ты чем занят? В компьютере сижу. О, Роблоксы! Давай разминать булки, пойдем хоть на велике покатаемся. Я только сел! Я не умею на велике кататься! Поехали! Потому что нет. Я только вообще получила почти свой двухколесный велосипед. Хочу на самокатике. Угу. Так я не понимаю, сел. Самокат или велик? Давай. Идем спрашивать у котят? Я хочу на самокатике. А я хочу на велике. Я тоже хочу на велике. Я совсем не умею на двухколесном велике кататься. Учись. Я совсем не умею. Котятки вечно, если не едят, то спят. А не, еще третий вариант, они могут еще шторы рвать и мебель царапать. И еще четвертый вариант, они засыпают на титечке. И еще вариант, выбирать вам активности. Я вот что придумал. Розовый, если выбирают, то есть Катин цвет, это вы едете на самокатах. Угу. Вот такой вот непонятный. Смотри, едем кататься вот на велике. Это бирюзовый, да? Вот да. Этот возьми, окей? Так что давай, садимся вот подальше, нет. Катя. А вот этот, да, окей, котенок. Хорошенький мой. Вот, Иви уже заинтересовалась. Давай, давай, давай. Хвостик выбирает маме хвостик. Иви, давай, не мешай, мама. Ты не участвуешь в работе в этой выборе. Хвостик. Участвуют котики, и мы идем кататься на велике. Вас тоже бы не мешало бы немножко разбудить и погонять немного, а то толстые будете. Мы берем велики и погнали кататься. Давай! Нет! За что? Готов? Да. Одеваю шлем. А я уже все приготовила. Потому ты уже готова ехать? Потому что я буду ходить. А что не ездить? Такой лесопед крутой. Я вообще не научилась. Никто мне не будет помогать. Так сейчас поможем тебе. Как раз время поактивничать. Я буду все время падать, если все. Что. А говорила, не можешь. Смотри, как можешь. Поехал шмакс. Собака. Собака вот на руках. Поехали. Макс погнал, а Катя стоит. А Катя будет катить велосипед, да, Катя? Быть как курочка. Дрин-динь-динь, дрин-динь-динь. Вот так вот ездит Катя на велике. Жизнь за велик. Нет, нет. Чего ты? Дай мне на обувь. Все, ты уже накатался? Нет, ну ладно. Катя мне не дает ездить на своем велике. Катя, ну ты уже выросла из того возраста, когда катаются с дополнительными колесиками. Да, ты же уже не бэйби. Все, накатались? Конечно же, да. Конечно же, нет, надо говорить. Макс, ты катайся, а мы с Катей будем велосипед тащить. Не, пока я. Гуча я наша на прогулке, да, собака? Папа забрал Максимин велик и уехал. Макс его догоняет. Мама? Сейчас такое вот преступление. Папа украл велик ребенка. А давай, пока
Максим и папа катаются, мы сходим домой и покажем нашим строителям, какие я могу делать руки на батуте. Ну, давай. Катя идет прыгать на батуте вместо велосипеда. А-а-а. Показывать строителям мои новые трюки. А я пойду тогда собаку выгуляю. Да, собака? Нет. Сколько можно мне вот это вот волочить и стоять? Ходите со мной гуляйте. Я хочу пописить на забор соседей. Не, мам, поснимай меня. Сейчас я приду и поснимаю тебя. Самокат. Мы вернулись с прогулки на типа этих велосипедах и заметили, что у Кати украли самокат, который стоял у дверей. Это был мой уже второй. Мама мне купит уже третий. Первый и второй нас украли прямо у двери. Первый Иди. У меня был бирюзовый, второй у меня был светящийся колесами. Супер, молодец. Все, играй, и скоро тебя на ужин позовем. Ух ты, ничего. Дети, ужин готов. Все за стол. Вам на ужин котлетки, картошечка с гребешками и салатик. Приятного аппетита! Спасибо! А где наши котятки? Почему они не управляют нашей жизнью? Спят уже, да? Жолики! Еще один раз один котенок висел вот столько выше меня. Прикинь. Вот так, на тюле. Катя его спасла. Очень вкусно, пап. Да? Ну как вам ролик сегодняшний с котиками? Понравился? Прикольно! А если зрителям понравился, нужно обязательно поставить лайк! Лайк! Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и всем пока! Пока-пока! Пока!